Дмитрий Александрович, подскажите, после успешной реализации технологии «Славянка», развитие каких ваших следующих проектов по приоритетности вы видите? Давайте с этим разберемся. Потому что следующие, ну, следующие, скажем так, они будут связаны с этим направлением. А направление основное – это снижение энергозатрат на производство работ, полезной работы, скажем так, условно. Все то, чем в дальнейшем планирую заниматься, если удастся, если судьба позволит это сделать, оно будет направлено именно на улучшение окружающего мира, жизни без нанесения вреда ему, так скажем. Потому что, допустим, вот, «Славянка», она позволяет, там уже переврали все это дело, я говорил же, как, три двигателя сдали в металлом, переработали, сделали 4 со «Славянкой». Уже начали говорить 2, забрал 3, там, нет, 3, получил 4. Ну, 3 стандартных, ну, утилизируемые двигатели старого производства. При этом расширенное производство возможно без разработки полезных ископаемых, скажем так. Вот и другие проекты, они направлены на сокращение разработки полезных ископаемых, на сокращение нанесения урона и вреда природе с получением полезной работы для человека. Вот они на это будут направлены. Если судьба даст шанс сделать, почему бы нет?